Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем обзоре будут кисти UBU. Огромное количество кистей UBU, здесь и устройство для удаления кутикулы, и триммеры для бровей. Модная такая ныне штучка, такой модный гаджет, который должен быть у всех. Дело в том, что на крутых сайтах это продается в тысячах. Там, где я взяла, в частности, на Ирмаге, это стоит 200 рублей всего. Вот такие кисточки. Вот. Вот такая двухсторонняя. Очень удобно. Про это я уже говорила. Что тут у нас? Это угловая. Так. Это угловая для бровей. Это дуофибра. Это растушевочная, как я понимаю. И вот такая штучка для кутикулы, пудра Wet n Wild. Угу. Ботиночки. С половиной грамм. Вот он оттеночек. E821B Fire Clear. И вот такая косметичка. Очень приятная на ощупь. Очень качественная. Поехали дальше. И не только кисти, потому что я выпустила свою коробочку, ссылку я оставлю в правом верхнем углу. Вы сможете перейти в плейлист коробочки, то есть не в само видео коробочки, а в плейлист, где я показываю возможности всего, что там есть. Вот. И поскольку у меня эти кисти достаточно впечатлили, учитывая их логичную небольшую цену, прошу прощения за посторонние звуки. Значит, у меня в пользовании вот только постиранная для тональной основы и консилера. Вот такая немного грязная для пудры и бронзера. Вот такая кисть для губ. И я сейчас буду рассказывать, открывать и показывать название всех кистей, говорить свои первые впечатления. Значит, поскольку вот эти кисточки у меня уже были, я обратила внимание свою, вот она называется Berry Blush. Сейчас прямо мы ее открываем. Не знаю даже, как тут, наверное, вот как-то так. У них есть такие индивидуальные мешочки, пакетики у каждой кисточки. Сейчас мы прям сразу будем смотреть ее возможности. Как видите, ни один ворс не выпадает. Может незначительно сыпаться, ну нет, нет, ни один ворс не выпал. Это кисточка под номером 11. Она называется, еще раз говорю, Berry Blush. Вот такая кисть дуофибра. Сейчас мы ее откроем. Сейчас я скажу. Значит, я рассчитывала, что все-таки дуофибра будет более набитой. Посмотрю еще, как она в работе. Это номер кисточки 18. Она называется Pinky Primer. Да, то есть она, наверное, скорее всего для праймера, а не для тона, как указано на сайте. Для праймера, да, она, наверное, подойдет очень хорошо. Еще раз, Pinky Primer. Номер 18. Она вот такая маленькая в сравнении, например, с пудровой. Видите? Вот. Что у нас тут еще есть? Вот такая кисточка для бровей. Она называется Drama Queen. Позиционируется как для глаз.
Есть такой наборчик смоки скринс, и номера здесь 35, 36 и 31 кистей. Это тоже кисточка под номером 31. Вот. Я не буду открывать, потому что я вижу здесь, что ворс синтетический. И, ну, если вам интересно, давайте все-таки открою. Давайте откроем его, попытаемся по-другому. Ага, они идут в такой вот, как сказать, подставочке. И они все синтетические, отличные кисти, учитывая их бюджетную стоимость, они просто прекрасные. Так, что у нас тут еще есть? Вот, вот это, наверное, будет всем интересно. Это триммер, это модный девайс в наше время. Триммер UBU. Называется Trimming Twins. То есть это вот триммер. Два триммера, они называются Trimming Twins. Выглядят они вот таким образом. А вот здесь лезвие. Это все в чехольчике. И здесь вот такое же точно лезвие, но только другой чехол. Вот, показывать крупнее не буду. Если нужно, напишите, и я могу сделать более подробный обзор. Итак, это Trimming Twins от UBU. Этих кисточек нет, этого триммера нет никакого специального названия. Но я думаю, вы не перепутаете. Растушевочная Shady Lady. И вот такая Drama Queen я уже показывала. И вот такая двухсторонняя кисть. Для ну, она синтетическая, она двухсторонняя, cover-up brush. Ну, в общем, да, действительно, правильно подобранные аксессуары для нанесения макияжа существенно облегчают вашу жизнь и делают ее значительно красивее и прекраснее. Вот такая косметичка от UBU. Вот так она выглядит. У нее и снаружи, и изнутри моющееся покрытие. Вот такая хорошая, замечательная молния. Она вообще легкая, можно сказать, она вообще почти ничего не весит. Надеюсь, это было вам интересно и полезно. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего. Пока. Это Ольга Швец.